бил кулаком по лицу и добивал, когда она упала. Так житель Миасса решил выяснить отношения с женщиной. Разборки попали в объектив камеры видеонаблюдения. Оказалось, на беззащитную напал еще один человек. Вот женщину силой выводят на площадку перед подъездом. Мужчина держит ее за одежду. Его спутница вцепилась жертве в волосы. Затем обидчик наносит даме удар по голове, а потом тащит ее во двор. Уже там мужчина нокаутирует пострадавшую. Она падает и еле двигается, но обидчик продолжает наносить удары. Стоит отметить, что избивали женщину на глазах очевидцев. По данным полиции, участники конфликта задержаны, начата проверка. Кем друг другу приходились мужчина, его жертва и еще одна фигурантка этой истории, не сообщается.